Здравствуйте. С расстояния. Все на камеру снимаешь. Одесс сказал, задание партийное сдал. Привет, Женя. Привет. Не буду, говорю, не близко подходить к тебе. Купайтесь, давайте. Поля, посмотри сюда. О, молодец. А где у тебя маска-то? Надо же отвернуться. Давай, давай, вперед. А, ну давайте. А кто тут чего? Давай. О. Да ты кто, русалка теперь? Ой, умерла русалка. Тоже проснулась. Ну, Поля, давай. Можно я буду? Конечно. Акулой? Да. Ладно, тогда становись сюда. Ну, давай. Ой, ой, акулы. Все? Да, можно. Да. Поворачивайся. Вот, я поймал беременную ящерку. Хочу ее отпустить, она что-то не движется. Ох, пошла. Ну-ка, давай. Побеги. Эй. Вот и бежала. Ящерка. А, смотрите. Беременная. Не кормящая еще. Эй. Давай. Настроение бодрого. До свидания. Не комментируешь. Что? Вон, Юля. Дед с бабушкой уезжают, оставляют на нас, Юля, огород. Даете, а? Я не знаю прямо. Ну что ты будешь делать? Скрытой камерой. Их снимают. Так я говорю, Николай Петрович дал ценное указание. Чей партийное задание. Все заснять. Молодежь снимать. Мозги кочкаешь. Все, давай, пока-пока. До свидания. До свидания, до свидания, ну и до свиданица. Ой, да господи, какой ты. Он сейчас тебе еще полижет. Пусистый какой-то. Что, Муля, это Женя. Ой. Ну, тоже мы садили цветочки. Бабушка. И вот в каком-то состоянии. Зачем он так? Балдеет он. Жарко на солнце. Жарко? Ну, видишь, он сейчас тенечек пойдет. Отдохнет, потом снова на солнышко. Да. Ну, там наши мужчины едут. Дубль 2. Мы зачем за собой белую машину привели? Сильнее. О. Сейчас
красавица, расскажешь нам. Это что, это мой телефон? Да. А ты Илюхе звонила, нет? Да. А зачем? Надо. Перезвони тогда, мол, тебе. Давай, давай, Катюк. Ящик водки. Вообще. А мне много ли? Так, мы идем на пруд. Вот на этот самый пруд купаться. Прощупать почву. Да, Андрей Александрович? Вот какой тут. Ой, какой тут спуск крутой. Блин, как чем тарелку было там чище. А ты видишь только около этого самого? Ну точно про этот пруд говорил. Про этот? Ты же два, мы же видели один, второй. Ой. Чем ты там? Если прогуляться вот туда дальше. Пойдем прогуляемся. Пойдемте. Только вы меня ловите, Женя. Мы же сейчас упадем. Женя, пойдем. Что ты думаешь, мы совсем? Пробираемся сквозь джунгли из растений. Крапива! Аккуратней. Идем все дальше, дальше. На этот пруд. Ой, аккуратней. Бывает, стрекоза. Ой, я потеряла ее. Ладно. Стрекозу так в камере. Вот он, наверное, про этот мосток говорил с лесенкой, говорит, что думаешь, туда никак не попасть, если сейчас не попасть. Переплыть? Все, на тот пруд пойдем. Давайте чуть вперед пройдем, а? Да не там. Посмотри, куда там типа. Там уже идти некуда. Пойдем, короче. Там трава длинная. Обратно, да? Да. Давайте ручкой махайте, алло! Колян! Молодцы! Дельфины! Люди! Ау! Я вас вижу! Давай тройное сальто! Давай, я готов! Я готов, говорю! Молодец! Давай второй пошел!
Третий пошел! Красавцы! Помашите ручкой! Снимать. А еще стоять можно, нет? Можно, да? Да. Старость не рада. Ой. Хватит, все. Так или кончим. Как вам водичка? Отлично. Вам понравилось купаться? Понравилось, понравилось. Аккуратно. А насколько вода осталась? Там уже полностью снимала. Это не уточки. На фильм какой-то будет. Нет, будут. Дед сделал, да. Вот наши уточки. Наши, говорит, уточки. Уточки, да. Га-га-га. Это главный утка-лебедь. Или как там, желудь, да, как он правильно называется? Чем ты, блин, снимаешь меня? А какая разница-то? А ты типа... Я на камеру зраться обратился. Вась, стараться. Вась, стараться. На камеру красиво будет. Старайтесь, старайтесь. А ты снимаешь, что ли? Как наши мальчики играют в волейбол. Ой, вообще. Сейчас полезу в крапиву. Куда вы полезете? Андрей. А, чё я? В крапиву. Давай, давай.
Я люблю крючок. Коля, помоги ему, подтолкни. Наша Женечка моет Колину машину. Вот так наши мальчики проводят время. Целый день играя в волейбол. Катаешь на велосипеде. Конечно, вот велосипед стоит. Велик еще с ними. Мы сегодня катали. Да, вот на этом велосипеде сегодня Андрей и Коля катались у нас. А вот это Женя. Моет вот эту машину. Под вечер. Посмотрите, как все чисто, как все блестит. Вот с помощью вот этих вот средств она моет машину. Посмотрите внимательно. Да, Женя? Да. Он как все протирает старательно. Машинка чистая, блестит на солнышке. Давайте мы посмотрим, что нам внутри делает. А внутри она моет пороги. Тагил. Читал меня, читай меня полностью, пишет мне здесь кто-то на wiki.com/. Наш Карлсон. А? Карлсон. Выпрямись хоть, а, в знак вопроса. Выпрямись. Что там у вас произошло? Давай. В баскетбол играем. Попади с 2 метров, что называется. Почти уже. О, он крут. А вы круты? Что, попал? Да. На камеру просто получилось. Вам, вы считаете, вам повезло?
Кого неудобно? Что тебе неудобно? Посмотри. А вот... Да не сюда посмотри, а кверху-то посмотри. Вон летят птички. Ну, да-да. Высоко-высоко. Глубоко-глубоко. Это Соня у нас. Гостьтарьбайщица. Работает на садогороде. Используем детский труд. Видите, вот она как. Оп, оп. Соня, внимание. Начинаем. Посмотри сюда, улыбнись. Да что ты видела? Ты ничего не видела? А, видела, ты видела, ага. Видела. Вон Юля там сегодня на заместитель управляющего по шашлыкам. Дипломированный уже работник, считай, да, специалист, но банковский служащий. Вот так вот она. Ничего себе! Что ты весь? Все это самое, всю воду вылил уже. Нифига, один воздух, а? Не идет? Да? Да. Ну-ка еще раз попробуй. Ну и что? Кончилось оно. Кончилось? Да? Ну молодец, хорошо работала. Пищит, 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 Юля. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, музыкальный инструмент. Какой? Вау-вау, музыкальный. А чё, прикольно. Да, вот они. А со мной будешь купаться? Боишься? С тобой точно боюсь. А чё так? А почему? Причина? А потому, что ты меня бомбочкой заставишь прыгать. Бомбочкой? Да ну, ты и так, ты и так бомба. Чего? И с третьего... Чего, ничего, только, ну, только чего? Не, только не... Я, как будто вы только не бей, только не бей, только не бей. Я не хотела бить. Не бей меня. Да никто не упал, кроме топора. Так, Витя, да. Вот, я проникнулю скороспелки. Да. Я все лето и никак это... Курзина, подними свой клюв. Только кончили, раз, килограммчик. Вот так, молодец. Доставай мясо. Ну что, с печеной тебе попалось, нормально? Нормально. Вот и...